21 апреля. После службы, собрание прошло. Вот в черном сидит в шахматах Алексей. Здесь вас не просто бы не крестили, заклеймили бы позорным клеймом, кто вы такой есть, сказали всю правду. Нет, и все. Не сказали, ни в коем случае не крестились. Ни в коем случае. Нет, крестился я вообще 25 лет назад. Во-во, так тогда, тогда тем более. Вот лучше не говорить об этом. Лучше промолчать. А сейчас тогда тем более уже. Уже поздно. Представь себе, 25 лет ты грешил, а теперь причаститься ко Христу идешь. Ну с каких лямок? Я перед этим исповедовался. А эпитимия? Каноны знаешь? Каноны знаешь? Ну откуда я все базы знаю? Вот, а надо знать. Ну я же не архиерей. Нет, не, ну, зачем архиерей? Мы изучали специально каноны. Ну, а почему я должен знать? Как почему? Ты же хочешь быть крещенным. Ты, нет, не это дело. Ты же хочешь быть крещенным, ты же крестился, значит ты хотел. А чтобы хотеть, ты должен знать у тебя, что там дальше-то делать. Законы у нас. 719 правил. 719. Из них для архиерея, ну где-то для мирян, чисто для мирян, больше сотни. Я к нему подойду сейчас. Чтобы что-то не упустить поближе. Сюда. Было. Так. Ну так, а сегодня... И дорогу не скрывать зажать. Да, тебе повезло. Как раз и не подарок. Кстати, повезло еще, что сегодня... Да, да, ешь, слушай, молодец. Давай, ты это, скоро расти начнешь. Я рыба, а Володя-то нет. Так, вопрос вам. Так, Игнатий Игнатьевич, ну, извините, мы помолимся. Так, поехали. Полина. Что-то не извините. Боже наш, яко насытил нас и всеземных Твоих благ, не лиши нас и небесного Твоего царствия. Но яко посреди учеников Твоих пришел и все спаси не вдаяй. Приди, спаси нас. Спаси, Господи, помилуй рабных, милующих и питающих нас. Спаси и помилуй всех страждущих, болящих, в темнице сидящих, нищих, сирот, вдов, священства, иноческий чин, притч церковный, вся православные христиане. И избавь их от всякой скорби, гнева и нужды, от всякой болезни душевной и телесной. И полезная душам нашим сотвори. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Так, все, идите сюда. Я хочу объявление спаси сделать. Спаси Христос всем. Да. Я хочу объявление сделать. Давайте. На этой Гая Немцова сделали операцию. На руке. У нее, да. Какая Галя? Галя Немцова, Галина сделали операцию. На руке в воскресенье. У которой кошки. Не пойму, Галя, какая? Кошки у которой. Кошки. Немцова. Галина Васильевна. Немцова, Галина Васильевна. Кошки у которой. Понятно. И она в гнойной хирургии ездила операцию. Смотри, какой ответ. Ищи поправляют, сестры. Так, что, домой, садись, теперь будет вопрос она, а что же дурачил? Полное молчание. Тихо. Я вопрос буду задавать Алексею. К интервью. Евангелие от Матфея вы целиком прочитали, нет? Конечно. От Матфея, от Марка, от... Посмотрите, я кое-что скажу, то вот так вот сбоку уже ухватите. А Арсений Великий вам неизвестно, кто такой? Вот. У царя Феодосия Старшего было два сына. Аркадий, это один сын, который будет... Вот они решили царство после смерти своей разделить, но надо подготовить царей. И он дал задачу, а восточная западная церковь была. И он говорит, найдите такого человека, который знает премудрость божественную и мирскую. Находят божественную. Ну, отлично все знает писание. Сережа. Еще не разбирается в математике, в астрономии. Найдут академика, на Ленинские горы обратились, нашли, а это гор не хватает. И наконец нашли. По западной части. А что это было? Это вот этот самый.
Арсений. Его сразу вызвали, он отказывается. И, наконец, принудили его, потому что ваш опыт будет теперь на царе, а царе на всей империи. И, ну, что ж ты делаешь, откатываешься? Таким моментом Польша, тогда его присваивают звание какое-то министра, образование, все у него есть. У него, ну, все как надо было. Но однажды сам заходит, Феодосий-то, а он стоит, как у нас в школе, а ученики сидят. Он говорит, а что это такое? Он говорит, школа. А кто учитель? Ваш император Скорбич. Так я учитель. Учитель должен сидеть, ученики стоять. Ну-ка встать сейчас же, чтобы я больше по-другому не видел. Это царские дети, забудьте про это. И однажды Аркадий провинился. И он его так испорол, что у него остались рубцы на всю жизнь. Царство сына. И тот где-то там вышел, видимо, не стерпел и говорит, ну только отец умрет. Я убью его. Убью я его. Ему пересмыслили это все. И теперь он стал думать, как убежать. И переодевшись, все эти царские ордена все снял в нищенскую одежду, как будто заблудившийся нищий. И ушел в пустыню. И ему был голос, беги и молчи. И вот однажды приходят братья к нему, а он сидит на Газанову. А у верующих это не положено. Не-не-не-не, держите. Но как ему сказать, он великий. Тогда пошли с одним братом и говорит, ты, брат, так сделай, а я тебе скажу. Он когда сделал замечание, вот это потихонечку раз снял и больше никогда не делал. Жития святых. Арсений великий. С именем великий всего 17 человек было. Меньше, чем на столетие. Больше, да, получается больше. Ну, меньше попадало 20 столетий на дни. Вот так. И притом один раз сбоку как-то каким-то образом услышал. Второе, все, можете снять. Теперь, вот дьявол приступает ко Христу. Он представляет три искушения. Очень хорошо это описано у Достоевского, братьев Карамазовых. Три искушения. В этих искушениях все соблазны мира. Первое, значит, сделай камень с их хлебами. Да дьявол говорит. Христос есть Бог, второе лицо Троицы. Он бы мог ему сказать, да иди ты проклятый. Он ему цитирует место Писания. Не хлебом единым жив будет человек на всяком словом, восходящем из уст Божьих. Сегодня говорят, не хлебом единым, а дают опишу, и колбаса рисуется. А дальше-то словом Божьим-то. Ладно. Второй раз. Дьявол возводит его на крыло храма, там на 10-й этаж дом. Бросься вниз. И живые помощи, которые люди надеются получить от него помощи, то он считает, дьявол считает живые помощи. И на руках понесут тебя не приткнешься, по-славянски считает. Христос бы сказал, дойди, нет, а он сказал, не искушай Господа Бога твоего. Местописание, второе такое, и глава такая, стих такой. Тогда возводит на вершину горы и показывает все царства мира, земной шар развернул перед ним. Падший, поклонись мне, все отдам тебе. Вопрос, принадлежат ли ему это царство? Но главное, что Христос отпарировал третий раз местом Писания и говорит, Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. Вопрос, почему Христос ему не ответил ни разу, а только цитатами? Он же сам Бог, он мог ему ответить? Да, конечно, мог. Почему прямо не ответил? Вы мне упреки ставите такие. Вы внешним мирским умом меряете, а здесь глубина. Потому что в словах Божьих есть такой фильм «Моисей», когда Бог дает ему заповеди, лазерный как бы луч вокруг скалы, и с этой стороны и оплавляется камень и надписи. Вот что-то в этих словах такое, что люди не понимают, дьявол знает, она его прожигает насквозь. Послушание. Девушка одна заболела беснованием. Привели ее не кому-то, а Антонию Великому-то. Он посмотрел, какой бес, беса видит, и говорит, его мне не взять. Его может только Павел Препростый. А кто такой Павел Препростый? Вопрос. Он был земледелец. Приходит домой, а жена там облапала и вынимается. А друг от друга. Ладно, она тебе нравится, моя Наташа-то? Пожалуйста, вот 8 моих детей, вы все твои. Так, жена, прости меня ради Христа. Вышел и пошел, и дошел до Антония. Стучится. Я тебя слышал, прими меня, ты мирянин. Тебе не выдержать, я тебе устав другой не могу дать. Я прошу, прими меня, ты испытай. Нечего испытать, уходи отсюда. Он начинает грубить вот какой-то, что-то говорит. Ничего не уходит. День, два, три. Он видит, неделя кончается, не пьет и не ест. Думает, я-то воин, а этот, а он никаких стоит, как столб. Ну ладно, решил закормить, говорит. А что ты умеешь делать? Он говорит, шить. Ну то давай шей, говорит, показал ему там брюки или что-то. Он подошел
Нехорошо. Расши надо. Он еще раз, и каждый деталь заново. Павел препростый. И тогда эти девушки, когда пришли, отец, родители привели, а он в пустыне один, он подходит и говорит, изгнать надо беса. Да вы что, да я кто? Да? Антоний, учитель мой. Так от Антония идем, Антоний сказал. Антоний сказал? Он босиком ходит. И он вскочил на камень, а камень буквально дымит ему ноги-то. Как завизжал сатана, видимо, боль перенесла на того. Он рванулся, вышел из нее. Это очень поучительно. Почему Христос ни разу не ответил? Какая-то неведомая сила, нам непонятная. Она именно в местах Писания. Почему наш Антоний и сказал это? Евтихий, вам никогда, Игнатий, не завинить не православие. Почему? Слово Божие. Я его считаю и смотрю, а подходит. А я возьму, научись. Не научишься. Это дар Божий. Какое место Писания? Одно место Писания открыл, и все развернулось как картина. Я понял. Понял, да? А да. Теперь подходит к Христу. Но говорят, Иисус говорит, истину говорю вам. Да. Он же говорит от себя. А нет, сатаной я говорю, именно этот момент. Людям говорит свое, а сатане дает только Ветхий Завет. Почему? Не знаю, построжено сатаной. Нет, потому что доверие, уже авторитет выработан. И особая сила в них. Далее приходят, Христос, когда изгнал из храма торгашей, они на утро пришли к нему и говорят, а какой ты властью это делаешь? А власть имеет только Бог и священство. А он, Бога моего еще не признают, а люди на колено. И дальше что? Христос им прямо сказал бы, властью Бога. Нет. Он говорит, встречный вопрос. А я вас спрошу, крещение Иоаннова было от вышних или от нижних? Угу. Почему он прямо не ответил? Не знаю. А вот как ты мог определить, что я отвечаю не на вопрос? Вот в этом весь смысл. Нет, это просто... А вот смотрите, вот как. Я отвечаю. Потому что, отвечая на этот вопрос, они ответили бы на свой вопрос. Какой властью делаешь? Сказать, что Божий, а вы почему не признали? Сказать не от Бога, боимся народа побьют камнями. Должны были четко сказать. В другом месте. Платить ли подати? Да ответил бы, да или нет. Я отвечаю, говорит, а покажите, какой платить, а платить римской монетой. Да. Кесарево кесарево. Да. То есть не прямо ответ дается, но через ответ человек воздымается. А да нет, это ничего не говорит. Нет. Теперь... Он тогда вынужден был так ответить, потому что его пытались подловить. Да. И вот когда люди придумали, а там есть события или всякие, ну, ты пытаешься подловить. Они не верят, что у человека душа есть и что люди воскреснут. И они придумали. Было 7 братьев, одну жену брали. А брат, если она умрет, он бездетный брат. Значит, второй, третий, седьмой. Кому она будет принадлежать? Вот смотрите, вот что вы меня заклинаете. Вот сейчас, вот если это видео показать просто людям, да, для вас это как открытая книга. Да. Потому что у вас это все в голове. Да? Вот, ой, простите, я у вас дома. Но если мы хотим что-то объяснить миру вовне, да, то значит мы должны говорить так с ними, чтобы они нас понимали. Потому что вот я уже на второй минуте запутался в том, что вы мне говорите. Хотя я с высшим образованием, там, я не глупый человек. А в чем запутались? В вашей логике. Потому что вот этот поток сознания и поток цитат, он для меня замутняет смысл. Потому что я их не знаю так, как вы. Понимаете, то, что для вас очевидно, мне нужно разжевать на моем языке. И если я смотрю такое видео, я его переключаю. 500 часов надо катехизации. А почему начала. Переключаете? Потому что мне не интересно, потому что я не отдупляю. Потому что не мой. Кто от Бога, тот Господь говорит, слушает меня. Ну не начинайте опять. Кто от Бога, тот говорит, слушает меня. Христос ответил, причина какая? Вы не от Бога, поэтому они отошли. Если вы проповедник, теперь скажите, кто нужнее, вы пастве или паство вам? Если вы проповедник, значит, она вам нужна, значит, эффективность вашей работы. Я по вашей манере говорю. Я вопрос говорю, что не ставится так вопрос. Мы друг друга одинаково. Подождите, не одинаково. Потому что они в темноте, они не знают, им вообще ничего не надо. А вы знаете. А раз вы знаете, то вам важнее их привести к вере. Раз вы знаете. Это еще не паста. А если привести к вере, тогда вы сказали паста. Но к вере не цепляйтесь к словам. Но... Когда вы, если вы хотите привести, значит, мы вот говорили с вами, да, с чего начинается миссия у дикарей? Показываем, нет оружия, так. Садимся к костру и пытаемся язык, ой, простите, выучить. Так. Понимаете? Да. Чтобы с дикарями на их языке говорить. Так. А если вы начнете на своем,
Да еще будете ругать их башков и этих идолов. Да они вас съедят и сварят. Не всегда. Да, потому что за вами ружья, а у них ружья нет. Нет, не вот ружья. Только так. Не ружья. Если мы общаемся вот с этой пылью, в любом смысле, в библейском, в иисусовском и так далее, надо говорить с людьми на том языке, который сейчас актуален. Вот так. Будь это... вы трижды Божий человек. Так он русский язык. Ладно, русский. Я признаю, слушайте, подождите. Меня неоднократно спрашивали. Но... люди, которые говорят, вот вы приходите в камеру, где там есть верующие, я говорю, ни одного, все курят, все матерятся, все посажены за дело. Да. Как им нужно, растолковать или как? Не надо, только чистое Евангелие, у меня с тобой Новый Завет. А теперь я его растолковываю. Это я все читал. Я читаю. Я читал, Евангелие. Как вы их там строили. Да нет, там не один строили. Раз. Он не строил. Услышал, больше никогда не делает. Да. А я дома не буду делать, вы не хитрите, я сказал один раз. И поэтому вы продвигаетесь вперед. Рубеж взятый. Дальше что? Бритву выброшу. И ты уже пошел. Да не выброшу я бритву. А вот это плохо. Я не только лицо, еще брею. Ну ладно. Так, слушай. Я отношу к Слову Божию только то, что относится к нему. А он не примет. Это его дело. Господь без всяких пояснений приводит к сознанию, что это говорено такое. Вот люди, которые вокруг Христа, это не надо думать, что они такие высокие знатоки были. Христос подходит, иди за мной. Нет, если вы апостольские времена имеете в виду. Но Христос что сказал? Мытарь сидит, грамотный, деньги считает. Да. Левий, иди за мной. Все, бросил, пошел. Ну, если бы меня Иисус спрашивал, я бы тоже все бросил. Здрасте. А как, они-то не знали, не что он Иисус. Бы. Ну, чувствовали. А, чувствовали. Пойди, ты не ошибешься. Вот так. А почему вы не чувствуете, было много, что это сам Иисус? Открыт. Вот не чувствую пока. А остальные не почувствовали. Его почувствовали только 12 человек. У вас нет избрания. Вы не избранный. Я не вот избранный. В этом я все. О чем и речь идет? Чтобы что-то где-то понять, нужно очень что быть такое? Внимательным. Зачем? Почему Господь так сказал? Четыре вопроса. Кто сказал? Да, вижу, когда? Что? Кому? С какой целью? Четыре вопроса. И уже наполовину раскрыто. Хорошо. Кто сказал это? Сказал это Христос. Кому сказал? Дьяволу. А вы что, не верите, с какой целью? Осадить его. У меня есть Дух Святой. В какое время, когда присутствовал там? Из-за... Да Дух-то Святой есть. Есть. Есть Дух Святой. И я это вижу. Хорошо. Но проблема-то в другом. Проблема. Какая проблема? Так, проблема есть. У Иисуса были проблемы? Не было. Не было слово никаких. Проблема. Были проблемы. Это слово выброшено. Американизм. Хорошо, вам не нравится это слово. Это нехорошее слово. Решается нерешенный вопрос. Называется сложный вопрос, не нерешенный даже. Хорошо. Сложный да, вопрос. Да. У Иисуса были какой сложные вопросы. Но слово проблема нет, не Библии, не святых отцов. Я бы исключил. Ну это вот русский язык. Самое негодное слово – воцерковление. А что это такое? Уметь свечки подавать. Это обманчивое, фальшивое, лживое слово. А его везде употребляют. Восстань против. Создай как гринка. Стоп. Вы сказали не роптать. Так. Не роптать. Не роптать. Не ропщите. Теперь куда смотрите. Вы там восставать собрались? Вот теперь, когда... Вы думали, сейчас жена, Господь ответит, а он не будет. 22:29 Матфея. Заблуждаетесь, запятая, не зная Писания, не силы Божьей. Все в этом. Он им сказал, заблуждаетесь. Они говорят, так мы признаем только 5 книг Моисеева. Знаете, в чем фишка? Вы можете противоположные тезисы обосновать цитатами из Я не могу обосновать и не пытаюсь. И это можно делать. И так нет, делается, это не получится. Сплошь и рядом. Про те взаимоисключающие вещи можно обосновать святым писанием. Представьте, я выхожу, ну, передо мной огромная аудитория, все нет, почти профессора и академики сидят. Научный нет, городок нет, Новосибирске, который меня там, привезли первый туда. Том. Я им поднял Библию вот так и говорю, в этой книге дается ответ на все вопросы, кроме одного. Аминь. А кроме так, какого, спросили они вас? Ну, не было, никто не знает, когда кончина мира будет, угу. Даже сын. И тогда один человек встал, говорит, а я не согласен. Вы можете доказать? Я говорю, хорошо. Вы сейчас задайте мне 3 вопроса. Если я на все вам отвечу, вы согласны, что перед всей аудиторией встанете и скажете, что вы были неправы? Он говорит, хорошо. А я спрашиваю, а кто это такой? Ну, это профессор тут преподает такое. Я говорю, ну, давайте первый вопрос. Вот у нас сейчас идет это все перестройка. Скажите, какой строй самый лучший для русского человека? Это что-то стоит? Ну, какой? Вот этот вопрос очень... Мне первые секретари приезжали по Теряевку. Я им отвечаю, показывая, какой на Филиппинах устав, какой на Финляндии. Что-то среднее между ними. А вот это нужно обсудить. Ну, такой, я бы сказал, ответ не конкретный. Не конкретный, а конкретного нету для русского человека, нету. Они все равно изберут свое.
Игнатий Брянчанинов умирает и говорит ему: владыка, накажи, как похоронить, что он, знаешь, говорит, любое завещание, давай все по-своему сделайте, все равно. И как хоронить, все испортите. Я наказал меня не обмывать, похоронить в моих рваных сапогах. Лежат особые, стоптанные. Угу. Вот этот человек будет отвечать за это. И но у вас жилицы-то не новые. Это, ну, не новые. Вот я их зачинил, видишь, как? Вижу, да. Замечательно. Я говорю, чтобы у меня на кресте был большой... Ответьте гвоздь. Мне на один вопрос. Ладно? Сейчас я закончу про кладбище. Я все равно ничего не понимаю. Кладбище. В гробу я лежу там, везде. Так. Навезу, наверху крест стоит. Это поняли? Это понял. И я говорю, когда уже похоронят, я наказал, как ли, что не обшивать. Так. Не красить, ничего не надо. Вот как есть, так положить. Не обмывать меня. Так. Теперь. Похоронить меня в той же робе, в которой в тюрьме был. Так. Это моя наградная перед Богом. А на кресте сделайте вот так вот крючок. И на него повешайте Новый Завет заламинированный. И надпись сделайте. Кто нуждается, возьмите. Во славу Божию. Слушайте, а вам не кажется, что это такой вот сценарий вообще такой гордыни, такой прелести? Да. Вы себе такую штуку разрисовали. Я сказал, да? Я православный. А? И гордыня, и прелесть. И похоронить меня так, и сделайте так, а тут это заламинируйте. Заламинируйте, чтобы не промокло. Тут еще такого нет. И когда меня похоронят, на грудь, я говорю, положите такой же Евангелие. Когда раскопают, бывает, говорит, и кто-то обратится. Вот Толстой как похоронился. Холмик так, смотрите, женщины идут домой, я и говорю. Все. Вот его жены вырвали, она шла с работы, сумочку, ключи, паспорт, деньги, все унесли. Да. Я говорю, вы всегда ложите Новый Завет, чтобы преступник открыл и обратился. Как гордыня, прелесть. Но я лечу с тремя библиями вашими. У меня все будет нормально. Если кто-то расшибешься, кто-то обратится. Новый Завет с полным толкованием. Ну хорошо, Новый Завет. Ответьте на один вопрос. Мне правда интересно. Сейчас без шуток, все, серьезно. Душа бессмертна? Бессмертна. Тогда вопрос. Она не имеет конца. Ну. Да, как Господь сказал. Да, не имеет. Да. Но она имеет начало. Начало. А так не бывает. То, что не имеет конца, не может иметь начала. А чего вы решили так? Да. Ну, это математически. Ну, вот оставайтесь со своей математикой. А как же Бог безвечен? Математика. Бог был всегда безначален. Да. Так, а Виктор, тогда? Виктор Андреевич. А как быть с душой тогда? Слушайте, вопрос такой. Думайте, я сейчас. Слушайте, мы сидим в камере. Нет, ответа не нужен. Не про камеру. А интересно, я ответил, все, отвечу. Нет, не ответил. Ну, вы не приняли, ну, ответ дам вам, а вы его не приняли. Нет, я спросил. Как может быть бесконечно то, что имеет начало? Ну и так, как Господь сказал, так и будет. Сотворил человека и сказал, верующий меня не умрет, но жить будет. Не бывает так. Если она бесконечна, то она и безначальна. У Бога может быть так. Курица или сорочка появилась? Чего вы мне с яйцами сошли? Курица, конечно, Бог создал птиц, а потом курица закудахтала и нашла петуха. Я думаю, сначала появилась мысль создать чего-нибудь. Игнатий Тихович, нам надо доснять еще кое-чего. Так, все занятия у нас. У вас будут занятия? Сюда как? Да подожди тогда, сиди пока, считай. Вот смотрите, если мы... Я устал, у меня голова вскипела, я больше не могу. Курить хочешь? Дело не курить, я просто вскипел, потому что я же уже 50 минут так снимал, 50 минут так снимал. Еще мы с вами час здесь разговаривали, я же живой человек, я же не бессмертный. Слабый бурдюк оказался. Да. Душа бессмертная, нет? Ой, Татьяна, ты раз уже завтра пишешь, а то ровно как бурдюк. Я сейчас беспокоюсь за другое, я же работу свою делаю, правда? И мне надо доснять очень важный план с вами. Для этого мне нужен квадрокоптер, который летает. Сейчас мне нужно повезу. Позвонить, чтобы мы договорились, когда мы встретимся и так далее. А потом меня. Вы меня уже все. Вы мне все сказали, я понял, что я прыщ. Я теперь поймите, те, которые приходят к вам, они намного ниже вас, понял. Которые ниже вас. И о всех я не говорил, о тех, которые просто... Я их люблю. Игнатий Ильич, вы почему-то о страхе Божьем с ним не разговариваете, я не могу понять. Сколько угодно. Уже меня пугали смертью раз 10. Нет, не в этом дело. Причем без смерти? Это нужно говорить постоянно о смерти Златоуста. Я говорить. Приехал же сюда снимать про вас кино. Вы уже сняли это кино. Не проповедоваться, я еще не доснял. Да давай снимай. Поэтому мне надо знать, когда вы освободитесь, когда мы сможем поехать на ВДНХ снимать. Куда поехать? На ВДНХ. А зачем? Чтобы было 90 тысяч подписчиков, что непонятно. Чтобы вот то, что не делаете вы, делаю я. Чтобы вас увидело максимальное количество человек. И послушало то, что вы говорите.
У вас своя работа, у меня своя. Не, ну я же правильно сказал на 90 тысяч. Ну, понятно. Когда человек использует, допустим... А мне еще пишут, а что ты поехал к Лапкину? Мы же тут типа головинцы у тебя. Там головинцы-то радость, там такая вообще компания. Да что, не понимаю. Подождите, что там еще дальше будет. Дальше будет вообще... Не обращайте на это внимания, что вы паритесь, какой-то придурок, что-то там написал. Да? Вот нельзя умирать с каждым пациентом. Вы что? Кто парится? Игнатий Тихонович, он парится, он тут уже говорит, почему мне говорит. А? Почему я не удалил? Он... Я не буду а удалять. Он не рассказывал, как на занятиях встал молодой человек. Ну, просто молодой человек такой. Встал, подошел к нему и его ударил. Да. Просто вот так вот, просто сидел, слушал, слушал. На первой партии потом подошел вот так вот. Игнатий Ильич, а что вам? Он взял его и это. А я сидел рядом, да не успел перехватить. В университете? А вы говорите париться. И кто, патриарш и ревностный? И что сделали? Всего лишь отдали его в милицию. Написали заметку. Надо было морду набить ему тоже. Нет, нет, это не мы христиане. Вас рядом не было, не посоветовали. Я трезвый. Если сейчас вас кто-нибудь ударит, я точно с ноги. И потом оказалось, что он был у отца Капранова Михаила на занятиях. И отец Капранов на занятиях рассказывал об Игнатии Тихоновиче небылицы. Нет, я прекрасно знаю, что после того, как появится интервью, будут те, кто мне скажет, что я лапкинская там подстилка, да, да? Обязательно. Будут те, которые скажут мне что-то лично свое дело, будут те, кто говорит, что Лапкин святой, будут говорить, что Лапкин там и так далее, и так далее, да, и всякие гадости. Я вот этого шерстить ничего не буду. Я не буду там блох искать в комментариях. А надо бы. Нет. Нет. Пусть там срутся сколько угодно между собой. Здоровье. Понимаете? А я, кстати, матом вот перестал ругаться, вы знаете, после крещения. Ой, после причастия. Как отрезало. Вот смех смехом, да? Вот еще бы курить бросить и вообще пока, бы... Пока, ну, зашибись. Не все сразу. Как не все? Сразу. Если вы избранный, все сразу. Я не избранный. Понимаете, если ты умер, Павел, мы умерли для мира, Павел говорит, значит, умерли. Я не хочу умирать для мира, у меня по части блуда большие планы, Игнатий Тихонович. Я в Писании говорю, два мертвеца, для меня мир умер, и я для мира. Мы все избранные Богом на кресте. Другое дело, что еще от вас зависит это избрание. Я просто думаю, что ничего просто так не происходит. И то, что я здесь оказался, и то, что я с отцом Владимиром познакомился. Все не случайно. Все это не случайно. Но, тем не менее, Господь дает двери, а какую из них открывать, выбираем все-таки мы. Одну только две сердца. Правильно, у всех сердца-то разные. На суде будут говорить, почему нас за волосы не тащили, кровавыми слезами плакать. Почему вы только говорили, почему не волокли? Теперь все, невозвратно ушло. Вы еще этого не знаете сейчас. Ну, послушайте, вот это логика броневика. Вы же не на броневике. Ну, вот... Но это вас не переделаешь. А Христос или вас уже Христос на броневике, нет? Христос? Да. Смотрите, простой вопрос. Представьте себе, Христос приходит на 2000 лет позже. Сейчас. Да, не будет этого. Не будет. Не будет. Ну, пришел бы. Подошел. Знаете, где проповедовал бы? Да. В интернете, сто пудов. Нет, я о чем спросил сейчас вас. Что? Вам вопросы мои не подходят, а за ними так много стоит, вот за этими вопросами. Нет, подождите, это вы их взяли и наделили гигантским смыслом. Я слышал ровно то, что я слышал. А вы имеете в виду то, что имеете в виду. Вы цитаты Ницше отгородились и сказали, ребята, если вас не устраивает то, что я сказал, вы просто не врубились. Так легче всего рассуждать. Так и так оно и есть, так что сделаешь. Понимаете? Христос, я вам то же самое могу сказать. Вы просто меня не понимаете. Знаете, видите, что мы обменялись, мы понимание должно самые, быть, ну... которое приводит ко Христу, к вечной жизни и радости. А если этого нет, зачем оно все было нужно? Да кто знает, кого и что к какой жизни привело? Да вот Господь показывает нам пример. Нет, но мы же туда не сходили, не вернулись, не рассказали. Да не надо идти, когда Господь слово оставил свое. Игнатий. Если бы было и даже пять братьев, ну, которым пришел мертвец и рассказал все,
не поверят, написано. Ну, кроме того, потому что не верили в Слово Божие. О Христе, то Иисус так уж подробно о Царстве Божьем ты не рассказывал. Рассказывал. Он говорит, Царство Божие внутри вас. И что? Мир. Я имею в виду, как о географии с Раем и с Адом. Смотрите, и с этими делами. Праведность. 14.7 к Римлянам послание говорит, что праведность, мир и радость во Святом Духе. Когда поедем с ним? Сейчас. Прямо миленько. Так. После занятия, может? Нет, я звоню человеку тогда. Договариваюсь с ним. Да мы на машине поедем туда, он пусть подъедет. Ну вот я и скажу, чтобы когда им туда подъезжать. Ну, через полчаса. Через полчаса. Все. Ну, Сережа, ну, давай полностью делай, как говорить. Не, можно сказать и в два, ему-то без разницы. Не-не-не, ну, Сережа. Ему уже все. Ему уже надо готовиться. Ты че? Ладно, Игорь, считай пока. А мы занятия ведем. Я же сказал после занятия. Царю небесный, утешитель души истины, и живи здесь, и вся исполняет сокровища благих, и жизни подателю, приди в себе со мной. И очистили от всякие скверны, и спаси блажи души наши. Питер Андреевич, благослови тебя занятие. Господь наш Бог, молим Тебя, имя Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя, прибудь с нами, благослови наше занятие, чтобы мы не уклонялись ни влево, ни вправо, но следовали строго по окравленным Твоим стопам. Научи нас прибавить всегда в истине, в любви к Тебе, Богу нашему, между собою, братьями и сестрами. Для славы высылаем Отцу и Сыну, Святому Духу. Ныне всегда и во веки веков. Аминь. А так, это, зря мы так сделали. Возьми свой.